Павлодаре увековечили память первого медика региона. Уроженец Баянаульского района Бузыкен Ускенбаев посвятил медицине 40 лет своей жизни. В 1937 году, будучи членом партии «Алаш», он был расстрелян. Спустя 20 лет его реабилитировали. Благодарные потомки установили мемориальную доску на фасаде здания, где работал Бузыкен Ускенбаев. Последние 6 лет он руководил медицинской амбулаторией в Павлодарском уезде. У нас осуществилась наша мечта увековечения памяти нашего ата Ускенбаева Бузыкена. Это, я считаю, для подрастающего поколения, для потомков, даже сыграет большую роль в воспитании, патриотического воспитания. Долгие годы наш отец Ускенбаев Каримхан ждал этого момента, чтобы официально оправдали нашего отца. Папы уже нету, но мы, как потомки, продолжили это дело.